16 команд и 63 спортсмена из Татарстана, Башкортостана, Дагестана и Киргизии. Соседи так прониклись колоритом борьбы на лошадях, что решили такие соревнования провести и у себя. Первый раз пригласили нас, мы сразу рад душой, группа создали и решили приехать, поучаствовать, увидеть соседи, как проводят в этом мероприятии, увидеть, поделиться опытами. И хотим у себя тоже дальше развивать и пригласить тоже таких соревнований, чтобы масштабные провели. В борьбе на лошадях важны ловкость, скорость, умение держаться в седле и, конечно, надежный четвероногий напарник. Ведь ноша бывает не из легких. Спортсмены выступают в 6 весовых категориях от 60 и выше 100 килограммов. Сегодня борюсь уж, да, свыше 100 килограмм. Ребята очень подготовлены уж. Всем удачи. И самое главное, без травмы. Для национального вида спорта и лошади особой породы татарской. Разводят их в единственном в мире центре развития татарской породы лошадей в Лениногорском районе. Наши уже борцы показывают хорошие результаты и на международных турнирах. Ну, я думаю, и здесь сегодня нас они тоже порадуют. Победителям и призерам соревнований кубки, медали и денежные призы. Зрители получат много эмоций от столь зрелищной национальной борьбы. Светлана Звонарева, Эльмира Шерифуллина, Алмаз Иксанов, ТНВ, Азнакаевский район.